еще ничего не знаю, но мне уже нравится атмосфера на улице. То есть очень много людей, разные у каждого атрибутика. Я думаю, будет сегодня интересно. У меня просто огромное впечатление. Я просто абсолютно рад, что поступил Матусовского. Я была очень рада, что наконец-то поступила, и сейчас на этой линейке нахожусь. От обучения я жду, конечно же, впечатлений, эмоций и, самое главное, результата. Я, как выпускница Академии, очень рада видеть много новых лиц, которые к нам прибыли из других вузов, и первокурсников. Очень приятно видеть, что люди рвутся к творчеству, к искусству, к знаниям. Это очень приятно. И, конечно, рада видеть педагогов всех, которые с новыми силами после такого перерыва вы вынужденного, к сожалению, который нам пришлось всем пережить. Очень приятно видеть всех воочию, а не через телефон или ноутбук. Суть этих изменений направлена на то, чтобы повысить качество высшего образования. И механизм повышения качества высшего образования обозначен как создание профильных вузов. Если говорить об Академии Матусовского, то у нас и улучшилась материально-техническая база, потому что бывший корпус педагогического университета, дом техники, теперь является учебным корпусом номер 5 нашей Академии. Я надеюсь, что следующий учебный год пройдет хорошо, потому что первый курс очень сильный, очень хорошие, талантливые ребята. Преподаватели соскучились за работой, старшекурсники тоже соскучились за учебой, потому что эта пандемия, она, понимаете, дистанционное обучение для творческого образования, это может быть только подспорьем, понимаете, а ну, научить творческим специальностям дистанционно, наверное, все-таки невозможно. Поэтому мы надеемся, что новый учебный год будет интересным.